Здравствуйте. Чай или кофе? Привет, солнышко. Будешь давать? Знаешь, ты самое лучшее, что случалось со мной. Тебе и все. Манящая красота, прекрасная чистая душа и самое главное – это понимать все мои странности. Всепонимающая. Знаешь, я всегда старалась тебя понимать и понимала, хоть и с трудом, но сейчас нет. Я не понимаю, о чем ты. Что не так? Все же хорошо. Пойми меня правильно, ты далеко не мальчик. И я не хочу быть тебе как мать и брать ответственность за нас двоих на себя. Я хочу быть слабой женщиной за спиной сильного, уверенного в себе мужчины, а не рефлексирующего мечтателя. Я устала от пустых плацебо обещаний, хочу поступков и действий. Я ведь тебе уже объяснял ситуацию. Даже сейчас ты ведешь себя как подросток. И не слышишь или не хочешь меня слышать. А я поняла. Тебе так удобно. Только мне не нужен такой мужчина, который не знает, куда идет сам и куда ведет меня. И кроме как жаловаться на обстоятельства, ни на что не способен. Кто? Что она несет? Я слабак. Ну и флаг ей. Руки. Я жалуюсь на обстоятельства, значит. Да. Я не рожден в богатой семье. Я не мажор, поэтому я ни на что не способен. А может, я... Может, я... Потише, тише. Не фонтанируй так. Если трезво во всем разобраться, она во всем права. Кто? Эта женщина права? Да, ведь мы действительно иногда не знаем, куда и зачем идем, чего хотим от себя, от других, от мира в целом. Но это не дает ей права так думать про нас. А что, правда глаза режет? Накинь кофту, выйдем на воздух. Эй, опять не о том думаешь? Да, ее слова, они не дают мне покоя. Тебе больно от того, что ты чувствуешь, что она права, не отрицай. Да, вот только легче от этого не становится. И не будет, если ты не начнешь действовать, а не бросаться пустыми обещаниями, обманывая себя, а впоследствии всех остальных. И добавить нечего. Пожалуй, мир всегда и будет таким, каким он меня окружает, пока я не поменяюсь сам. И знай, что время – это дар. Не трать его попусту. Сделай что-нибудь значимое для себя. Сражайся за то, что важно для тебя. У тебя все получится. Недавно ты у нас такой философ. Ты всегда им был. Молодой человек вам чай или кофе?